Крупский мост полностью закрыли для движения. Об этом сообщила администрация города. Ранее движение по Крупскому мосту, как чаще называют путепровод, закрыли для автомобилей. А с конца сентября на мост перестали пускать и пешеходов. На мосту уже демонтировали трамвайные пути, разобрали дорожное полотно и коммуникации. Сейчас рабочие проводят необходимые работы, чтобы приступить к ремонту балок пролетных строений. По условиям контракта, срок проведения капитального ремонта объекта до 31 мая 2020 года. Если подрядчик не уложится в срок, его ждут штрафные санкции. В настоящее время работы по ремонту Крупского моста переходят в активную фазу. С завтрашнего дня, с 1 октября, прекращается движение пешеходов. Для решения транспортных вопросов у нас продолжается движение 9 маршрутов, которым рекомендовано усилить свою работу и осуществлять перевозку, как и положено, с 5 утра до 23 часов вечера. Указанные трудности, связанные с перекрытием путепровода, направлены на, в первую очередь, безопасность пешеходов. Подрядчикам будет выставлено ограждение на самом путепроводе и, соответственно, на спусках и подъемах. Настоятельно рекомендуем жителям нашего города не нарушать правила и не ходить по закрытым путепроводам.